Короче говоря, я поела тех мухоморов, засохших, которые я в лесу собирала. Я поела и решила поесть побольше. Я посмотрела много видео новых про мухоморы. И что я поняла? Что нужно прятать от себя ножи. Ножи я спрятала. Вот, по-моему, у меня не сильные грибы какие-то, или я мало съела. Вот, и прятать нужно от меня не ножи, прятать от меня нужно деньги, которые мне нужно сдать в счет, ну там, надо мне передать чужие деньги или договор закрыть. Вот, потому что мне подружка позвонила с Москвы, и она говорит, ну, она значит, где-то там по делам тоже бегала, говорит, зашла тут покушать. Я в душе, я замерзла почему-то, у меня ножки, хотя дома отопление включили. Вот. И она говорит, я не знаю, здесь, говорит, салат, помидорки, что-то там. Еще я понимаю, что я так немножко раздвинулась, как на две части. Я сама ей готова сейчас прям обслуживать ее, там, накладывать ей что-то. Вот. Я такая думаю, я, в принципе, в нормальном состоянии. Ну, так ощущение подкачивает немножечко. Что я сама, на самом деле, хотела бы сейчас пойти. У нас есть кулинария недалеко, и там достаточно вкусная курица. Окорочка поджаренная, с картошечкой, с подливкой, селедка соленая по-домашнему с луком, хлеб серый, кусочками порезанный на узкую сторону, как в советское время нам резали. Потом я бы еще съела какую-нибудь винегрету, прям вижу эти красные дольки свеклы и капусты соленой, и горошка. В общем, я ей захотела. Я недостаточно наелась, наверное, грибов. Наверное, мне хочется просто кушать. Я что-то не знаю, может, я даже сейчас пойду в кулинарию. Возьму себе всякого вкусного. Я думаю, короче.